России. Шоу про страну, в которой по собаке можно определить средний заработок. За барабанами Тим Иванов. Молодец. Сегодня будет номер про Digital Detox. Проще говоря, отказ от телефона. Ну, совсем проще говоря, дача. Также будет номер про блогеров. Это такие люди, которые не знали, что все видит не только вселенная, но еще и налоговая. Будет номер про мужика, который начал вести свой алкоблог. У таких мужичков всегда есть уникальная возможность умереть на камеру. Сейчас будет номер про продавца арбузов. Тот самый человек, который мамой клянется, что арбуз вкусный, пока мама взвешивает арбуз. Ну а закончит выпуск группа «Черный саморез» с песней о родном провинциальном районе. Обычно жителей таких районов очень радуют новости про их район. А еще там бегают самые чумазые, но что интересно, очень счастливые дети. Это шоу «Однажды в России». Мы начинаем. Отправил тебе видос к этому. Ага. Так, и что тебе как? Ага, все, видел смеющийся смайлик. Так. А тебе сердечко на смеющийся смайлик. Ты где? Ага. Привет! Ребята! Привет! 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 Слушайте, сорян, что опоздали. Нам просто Лешку надо было к бабушке отвезти, а она, как об этом узнала, полчаса не открывала дверь, делала вид, что ее нет. Стерва старая, нашла с кем тягаться. Че, вы заказали уже? Вон QR-код, там меню. QR-код. Ребята, можете за нас тоже тогда заказать? Мы просто без телефонов. А что случилось? Что, фитнес-тренеры и СММщица боятся, что их прослушивает ЦРУ? Или что, или это какая-то новая трендовая фишка, типа, я не понимаю, как можно пережить зиму в Москве, просто тут серым-серо, все снегу, надо пить витамин D. Ну, просто у нас сейчас с Катей Digital Detox. Да. Да, мы, короче, на время отпуска решили отказаться полностью от всех гаджетов, от всех экранов, там, ну и все эти штуки. Вы что, реально решили отказаться от телефонов? Подождите, ну а как же там новости почитать, посмотреть, кто чего поел, кто в каком лифте проехал, мемчики какие-нибудь смешные, типа, помнишь, как эти волки на турниках подтягиваются? Ага. Или поставить эти огоньки, сердечки некрасивым детям своих друзей. Это обязательно. Да, в этом и прикол, ребята. Слушайте, просто это все, это, ну, лишняя информация, абсолютно от которой лишняя. Нужно отдыхать, понимаете? Цвет этого года — карминовый красный. Угу. Либо Viva Magenta, да? А, да, реально, я загуглил. Вот, это по-другому, да. Вот нахрена это мне, а? Вот нахрена мне эта информация? А я ее знаю. А еще я знаю, что он выбран был, по мнению Института Пантон. А еще я знаю, что это колхозная блевотина, но это уже по мнению коммента от Луи Ви Сабира в Константине. Mm-hmm. Я недавно поймал себя на мысли, что я забыл, как зовут моего двоюродного брата. Маленького Йоду из сериала «Мандалорец» я помню, как зовут. А двоюродного брата нет. Mm. А нравятся они мне одинаково, понимаете? Вот, а сейчас, да, мы все свое время посвящаем только тому, чтобы общаться друг с другом и наслаждаться окружающим миром. Да. Правда, очень здорово. Mm-hmm. Ну, поначалу, конечно, да, было сложно, признаю. Вот Сашка даже первый раз в жизни мне кулаком в живот ударил, потому что я ему телефон не давала. Прости, пожалуйста. Это ты меня прости, Саша, это ты прости, да. А я даже соседу через окно предлагала интим-услуги за планшет. Ты серьезно? Да, да, я прям предлагала, Саш. Ты просто не слышал, ты наручниками же тогда приковал себя к батарее в зале. Да, точно. Вот, все, это все было. Что, угораете? Нет. Абсолютно нет. Но, честно, ребят, за нас переживать не стоит. На самом деле уже сейчас все хорошо. Мы просто ламинат поменяли, потому что он исцарапанный был. А так, правда. Сейчас нормально. Классно. Да. Подождите, то есть вы не знаете, что близняшки из Atomic Heart — это братья запашные? Не надо нам это говорить. Нет, я просто... Мы не хотим это знать, Тимур, не нужно нам это рассказывать. Подождите, а видео, где Юрий Лоза дошел до края земли и упал с него, не видите? Да ну хватит, ну мы же попросили. Да, у него вот такая шишка была. Только плоская. Пожалуйста. Нам не Тимур, надо пожалуйста, мы не хотим это знать. Да, а вы знали, что если эту арабскую надпись на Кока-Коле прочитать слева направо, то бутылка реально взрывается? Да, я тебя прошу по-братски, не рассказывай ничего. Да, не надо рассказывать. Подождите, подождите. А то, что китайцы будут производить не только москвича, но и воскмича. И ча-ча-ча. Да неинтересно нам это все, морда твоя утиная! Чужая жизнь, а нам интересна только наша! Мы осознанные!
Мы хотим общаться только друг с другом и с вашими друзьями! Как дела, Яночка? Расскажите! Что нового? Да я, честно говоря, не знаю, что тебе рассказать, чтобы ты не кинулась, реально. Ну реально, Кать, у тебя сейчас просто такие глаза были, как у кошака, которому из задницы дождик достают. Даже не дождик, а целую елку, правда. У тебя все нормально? Пойдем проветримся, а? Да, 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 надо, да, давай. Идите прогуляйтесь, Катюш, ладно? Я здесь, я буду скучать. Давайте. Дай телефон. Дай телефон. Что? Дай телефон, козел, назад! Дай телефон! Дай телефон! Дай телефон! На, господи! Что там за пашными? Что там за... Лоза реально упал! Арабская кола, что там арабская кола? Даш, вы неосознанные, вы конченые! Говори, что происходит? Да это все Катя! Я думал, что это там, ну, день-два будет, ну, максимум. Она говорит, нет, давай целый месяц. И мы уже целый месяц, понимаешь, вот так. Мы просто с ней разговариваем, понимаешь? Мы просто всегда везде с ней разговариваем. А столько разговаривать с женой, ну, нельзя. Ну, это просто, это неправильно просто. Мы же с ней не два накуренных кореша, правильно? Это должно прекратиться. Она постоянно втягивает в тебя какие-то странные... Вот вы год назад решили, что вы безлактозные сыроеды. Ты как похудел, Саш? Да. Ты весил как корги. Да. Да, реально. Сколько весит корги? Да нисколько не весит корги. А когда она решила, что вы волонтерами должны быть, вас в итоге повстанцы в Африке на сигареты с молоком обменяли, Саша. Ну это ужас какой-то. Я понимаю, Тимур, я понимаю, но я же не могу ничего сделать. Я не могу ей запрещать. Это же получается абьюз. Почему? Ну потому что сейчас вроде все абьюз. Тимур, это капец! Мы уходим! Яна, прости, случилось? Пожалуйста, прости, Яна, пожалуйста! Не подходи ко мне! Что случилось? Она реально, она как ошалелая, мы не успели до туалета дойти. Она схватила меня за волосы, начала трепать, выхватила у меня телефон, села на унитаз и начала смотреть эти видосы с кошаками. Знаешь, как одержимая это, когда вот так не моргая смотришь и смеешься на вдохе. Да... Прости, нет, меня, прости. Екатерина, это правда? Тебе не стыдно? Саш, в смысле? Ты только что... Заткнись, Тимур! Ладно. Не надо ее защищать, не надо, она виновата. Прости, пожалуйста, Саша, пожалуйста, прости, я просто не знаю, как это получилось. Я увидела Янкин телефон, и все как в тумане, и только голос такой в голове. Убей, убей, убей. Я виновата. Но ты же понимаешь, что извинений мало, Катя? Понимаю. Полный ответ. Понимаю, ваше превосходительство готово к связыванию и порке. И это как минимум, поняла? Слушайте, ладно, ребят, я сильно извиняюсь, нам надо идти. Нам, правда, нужно сейчас пойти, просто уже нам надо уходить. Ну, бывает такое, что просто когда избавляешься от одной зависимости, появляется другая. Да, да, сейчас в нашем случае это настольные игры и кое-что еще. В общем, все, счастливо оставаться, нам пора. Да, пока. Да. Я из тебя всю душу выдолблю, поняла? А потом Дженга. А потом Дженгу, конечно. Mm-hmm. Давай. Вот я тебе говорил, просто так семьи марафоны бегать не начинают. И на Алтай грибы не ездят жрать. И на гвоздях они не стоят. Я не знаю, что это такое. Ну-ка, дай-ка мне свой телефон. На. А что такое? Хочу Digital Detox начать. Почему? Чего-то мы с тобой стали очень редко и быстро в Дженгу играть. Так потому что ты плохо играешь, потому что надо сверху снимать, ты один сняла, второй сняла, а снизу нельзя. Ты уже снизу дергаешь, а... Ну тогда мне уже неприятно, как мужчине. Шоу «Звезды разошлись». С вами я, Валера Кудрявцева. Меня постоянно приглашают вести всякие шоу и премии, потому что я до этого уже вела всякие шоу и премии. Я честно сама не знаю, как это началось. Ну и мы тут обсуждаем какую-то острейшую тему, под которую можно нихреновенько так погладить футболки на всю семью.
После того, как Блиновская начала подавать свои сигналы во вселенную из КПЗ, мы решили поговорить про налоги наших интернет-звезд. Да что обсуждать этих блогеров? Что обсуждать? Все просто дать лопаты в руки и пусть вагоны разгружают. На ходу, чтоб поезда не останавливались. Или отправить их лес валить в такой минус, чтоб там даже мороз не офигел. А еще взять в этом лесу всех волков, волчиц отобрать, чтобы они этих блогеров не только жрали, но и драли. Здравствуйте. Привет. Здравствуйте. Валерчик. У нас в гостях председатель по молодежной политике, депутат 18-го созыва Государственнейшей Думы Денис Эпплвиженов. И вы предлагаете вот так вот наказывать наших блогеров за то, что они не платят налоги? В смысле? Они еще налоги не платят, что ли, а? А мы им домашний арест? Они что, попугаи, что ли, просто, чтобы дома сидеть? Надо, не знаю, их в шахту кинуть. Такую глубокую, чтобы там дальше уже сантиметр и ад начинался. И чтобы они угол добывали. Не уголь, а угол. Просто вот так в бок всю жизнь копали. И еще в эту шахту им туда волков без волчиц. Так, ну, мнение руководителя департамента по отбору молодежного контента в соцсетях мы поняли. Так, а я считаю... Ух ты! Вы что-то говорить будете? Ну да. У меня такая позиция. Я считаю, что эти блогеры молодцы. Особенно Валя Карнавал. Какая девочка хорошая, какая талантливая. Как она талантливо танцует по 15 секунд. Не то, что мой муж. Нейрохирург. Целый день оперирует своих этих больных. 5000 зарплаты, идти твое налево, а? Я думаю, по делам, потому что не умеет свой, открывает свой рот, как блеющий козел, ни в одну музыку не попадает, ни в такт не попадает, только позорит меня на всех праздниках. Я считаю, что Валечка заработала свои миллионы, а вот он, мой муж, должен платить налоги как раз-таки и за все отвечать. Понятно? Тогда можно научиться тиктоки снимать. Как девочка по эскалатору так спускается, он ее так за руку погладил. Она такая обернулась и удивилась. А потом замедленным такая обернулась и удивилась. Вот это искусство! Вот это работа, я считаю! Ну что ж, спасибо вам огромное, Тамара Электроукулелева. Мнение главы Департамента культурного и интеллектуального развития, руководителя фонда «Книга наша». Все абсолютно нам понятно. Все верно. Да. Замечательно. Да. А теперь давайте послушаем мнение, ну, самих блогеров. У нас как раз в студии та самая Валя Карнавал. Та самая молодая певица, блогер, девчонка, по которой до сих пор непонятно, можно ли уже на нее наяривать или... Да, вроде непонятно. Бы, как, что поймешь, вроде бы вот она какая попка пошла, да, ну, вдруг эта попка пошла на алгебру. Валь Карнавал у нас здесь, давайте встречать. Встречаем! Вот, пожалуйста. Вот, пожалуйста. Здорово, вот. Бандиты. Началось. Я вообще, честно, была в шоке, что надо платить какие-то проценты с доходов, да? Ну, потому что я стала известной в 8 классе, проценты проходят в 9. И типа спрашивается, как я должна была о них узнать, mm-hmm. да? Mm-hmm. И типа, что у нас теперь все, кто в 9 классе не учился, должны в тюрьме сидеть, получается, по такой логике, да? Я, блин, вообще ничего плохого не делала. Mm-hmm. Я просто танцевала под музыку. Что ты нам тут зубы заговариваешь, а? Что ты зубы заговариваешь, спокойно. А? В этом и есть, все танцуют под музыку. В этом и есть принцип танцев и музыки. Все, полицию, в студию. Пусть пакуют ее и за решетку. В зоопарк, например. К волкам без волчиц, например. Короче, все, я все поняла. То, что блогеры должны делиться, промо-акция была супер. Вы молодец. Я буду делиться, честно. Хотите, половину моей песни «Психушка» забирайте, правда? Забирай. Весь первый куплет, я его все равно в жизни не выучу. Вот, да. Ну все. Буду эту песню с припева танцевать. Вот и правильно. Молодец. У нас в гостях Джиган. Настоящий патриот России, между прочим, Джиган настоящий патриот России, потому что после каждой поездки в Америку сразу ложится на реабилитацию. В общем, встречайте Джиган. Джиган! Я кое-что не понимаю. Так, а с какого года? Да не, вот сейчас про то, что вы говорите.
Вот, допустим, я на камеру попил пивка. С хрена ли я должен платить за это налоги? Ну, очень прискорбно, что ты свою карьеру называешь «на камеру попил пивка». Да, ну нет, ну серьезно, ну вот смотрите. Ну вот какие налоги? У меня жена, 4 кошки, дом, 4 ребенка. Я вспомнил, что это не кошки просто. Вот у меня темп жизни просто бешеный. У меня как? Накосячил, извинился перед тетей Оксаной, фотосессия, счастливая семья. Накосячил, извинился перед тетей Оксаной, фотосессия, счастливая семья. Сильнейше накосячил, сделал еще одного ребенка, фотосессия, соответственно, счастливая семья, но чуть-чуть побольше. Да зачем мы слушаем вообще? Давно пора уже бегемотам впасть вместо арбузов, их бошки кидать. Или чтоб от них польза была, порубить на дрова. И вот положить в поленницу вон какой-нибудь бабушке в деревню, чтоб она вот так вот взяла лоб татуированный, в печку подбросила и не мерзла, моя хорошая. Господин Apple Visionов, мы уже поняли мнение руководителя Федерации стриминговых платформ и директора департамента вертикального видео. Секундочку. Жарко, конечно, у вас. Вы себя слышите? Вы на кого наезжаете? На Джигана, это герой нашего времени. Он угашенный на водном байке катался, пивко попивал. Я считаю, Джиган, что ты заработал свои миллионы. Не то, что мой брат. Пожары он тушит, 15 лет тушит только пожары. Никакого развития. 8000 зарплата. И я считаю, что по делу, понятно? По делу. Он же не сам их тушит, а водой. Присосался, как пиявка, посредник между водой и пожаром, а? И прикрывается этим. Я говорю, вот самый главный враг, его надо наказывать. Пусть он налоги платит. Может быть, тогда в ТикТок снимет, когда по улице вот так с кулачком идешь, дотрагиваешься, вот так открываешь, а там киндер-сюрприз. А он сидит свои пожары, тушит. Мнение руководителя попечительского фонда «Знания силы» и продюсера передачи «Умники и умницы», а также, между прочим, трехкратного обладателя «Хрустальной совы» как телезритель с самым сложным и интересным вопросом «Что, где, когда» про утятницу. Помните? Вау! Да, совершенно ясно. У нас в гостях следующая интернет-звезда. Встречайте, мета-запрещенная на территории Российской Федерации организация «Самка». Я не понимаю, за что я должна платить налоги. Ну, раньше было не надо, сейчас надо. Нафиг мне это надо. Ну, если надо, то надо. Умничка, какие золотые слова! Прям как будто пушки ножил, а? Не то, что я, дебилина свиная. 25 лет учительницей проработала, элементарного свиш-свиш-свиш-дэнс не могу сделать. Это меня надо в тюрьму сажать. Я тюрьму в тюрьму посадить, чтоб я из тюрьмы вышла и в тюрьме оказалась. Может быть, тогда научусь этот ногой багажнику так закрывать, чтоб все удивлялись. Денис Apple Visionов, что волки на этот раз сделают с нашей гостьей? А у меня вообще нет к ней претензий. Глубокая глотка, уважаемая... Мета, запрещенная на территории Российской Федерации организации «Самка». Будьте добры, оставьте, пожалуйста, автограф для дочери. Я ей на малолетку пошлю. Я ей туда по блату устроил. Ну, все помирились, как вы видите. Ну что ж, сами видели, наши блогеры готовы платить налоги. Если у вас есть какое-то мнение по этому вопросу, звоните нам. Ну, точнее, Валерий Кудрявцевой звоните. Потому что я свой телефон, ну его нахрен, выкинул на всякий случай давным-давно. И правильно. А в следующей передаче у нас в гостях будут девчонки из шоу «Холостяк». Мы будем вместе с ними жестко осуждать эскортниц. Ну да, вроде бы в России торговать писюлькой запрещено, но некоторые девчонки, как большие собаки на поводке у маленьких детей, совершенно не слушаются. Совершенно. Здорово, подписота! С вами Мишаня, и это канал «Большие самогонки». Это канал для тех, кто предпочитает не ходить в магазин за алкоголем, а выбирает довольно сложный, но очень интересный путь изобретателя. Буквально вчера на нашем канале мы дегустировали классический английский джин «Олд Том».
Получилось великолепно. Картофельная кожура почти не ощущалась, да? А сегодня, как и обещал, мы будем делать егермастер. Спирт у меня есть, травы я нарвал, поэтому успеху быть. До скорого. Все? Все? Да, все. Лайки, колокольчики сказал? Блин, ну потом допишу. Мишечка, я, если честно, немножко переживаю из-за этого твоего увлечения. Да я сам как на иголках, блин, Катюш. Тоже ничего себе задрал себе планочку, егермастер, да? Там 56 различных трав и кореньев, а я просто во дворе нарвал наугад. Ну, подальше от стены, чтобы не обоссанная была просто. Да я не об этом. Я переживаю, что ты, прикрываясь этим своим блогом, просто вкручиваешься каждый день. Ай. Ну, у тебя вчера была просто дегустация, и в итоге ты на унитаз орал громче соседского хаски. Забродила дынька, кто знал-то, но бывает. И вообще, я твою претензию понял, Кать. Знаешь, я в свою защиту чуть тебе скажу. Все чем-то жертвуют. Вот гитаристы, да, они руками, футболисты ногами. Ну а я что, я просто иногда веселый танцую с нашим котом. Я, между прочим, общественно полезным делом занимаюсь. Я людям культуру питья прививаю. Какую культуру, Миша? Ты подумай, какая у тебя аудитория целевая. Сам посмотри, кто рекламу заказывает? Резные нарды? Шампура с гравировкой в крокодиловом чехле и ножи финка НКВД. Кать, давай-ка не трогать мою целевую аудиторию, хорошо? Между прочим, если б не они, ты б не получила этот роскошный подарок на 8 марта. Да конечно! Газовый тандыр, нифига себе! Я бы о нем даже не подумала! Не за что, Катя, не за что. Да? Здрасте. Здрасте, вы кому? Михаил, здравствуйте. Здравствуйте! Мы семья Клюевых из Воронежа. Мы такие ваши фанаты. Мы все ваши алкорецепты перепробовали. Слушайте, вот этот ваш коньяк на тополиной коре – это что-то фантастическое. Ну да. А вот этот виски на рыбьем пузыре – это как вы придумали такое? А вообще прям, ну пальчики оближешь. Я уже молчу про Белес. Ну, Белес — это что-то без коньяка, без сливок, без вот этого всей приблуды. Просто спирт и ряженка. Муа! Виталю так подбрасывает от этого вообще. Да, ковид как рукой сняло. А. Видишь, Катя? А ты говорила, что на меня подписаны только люди, которые любят отдыхать в сауне, стилизованной под джунгли. И у которых кальян в багажнике всегда есть. Я не знаю, кем работает ваша жена, но пока все в точку. Слушайте, мы что приехали? Он ваш такой фанат. Ну, у него день рождения, и он сделал по вашему рецепту настойку. Но чуть-чуть там от себя чуть-чуть добавил. У него день рождения. Ну, уважьте, пожалуйста, вашего фаната. Ну попробуйте, пожалуйста. Вы как гуру, оцените, пожалуйста. Слушайте, но вообще-то обычно... Я со своими фенами стараюсь держать дистанцию. Понятно, звезда. Но какая-то личная жизнь должна быть. Ну, у нее день рождения. Ну ладно, раз уж приехали. Вот, пожалуйста, пожалуйста. С днем рождения. С днем рождения. Что там? Миша, ты... Ой-ой-ой. Сейчас нотки дойдут. Какие нотки? Я как будто сиденье кондуктора это мохнатое лизнул. Это что за срань такая? А, веки колет. А. Миша, ты... А что, паразит? Попробовал? А мы все делали по твоему рецепту. Как ты и писал. В темное место поставили, в пластиковой бочке. Добавили олифы для благородного цвета. И посмотри, что ты с человеком сделал. Он у меня раньше, знаешь, какой был? Вот такого роста! Вот такие волосы были! Такие волнистые, кудрявые! Щечки розовые! Да! А сейчас что? А. Сидит просто по цифрам картинки и разрисовывает. Да. Подождите, мне кажется, вы все-таки немножко преувеличиваете. Ну не так, ну чуть-чуть пониже, ничего. Да. Нет, ну я в том смысле, что ну невкусное и невкусное, ну не пейте и все. Ну вы попробуйте. Да я не пью, я там, мне не надо. Быстро, я сказала! Ну да давайте, ладно. Господи, что там у вас? Я бы не стал. Господи, ну что там? Ну как?
Марина, ты что туда добавляешь, а? У меня же судорога свело по всему телу. Ты хоть пробуешь, прежде чем делать это? Да, конечно, конечно. Раньше пробовал. Раньше? Ну да, ну Кать. Ну раз в два дня я снимаю выпуск, это 180 дней в году. А я тебе где столько рецептов-то нормальных возьму? Еще абрикосовка эта на козьем молоке какого-то хрена в тренды выскочила. Я вот и понял, что, ну, красивое название и удивленное лицо, и все, и достаточно можно не пробовать. Я думал, это как с порнухой, типа, смотришь, интересно. А с женой пробовать, ну, как-то неуважительно, что ли. Или что? Значит так, бутлегеры, еще одно видео выложите с вот этим... Вот этим... Я всем вашим фанатам ваш адрес дам. И они сделают с вами то, что вы делаете своими напитками, с их задницами! Пошли, Виталик. У меня краски закончились. Я тебя куплю. Сюда. Прикол, конечно, да? Но только он что-то подзатянулся, мне кажется. Да, Миша, я очень рада, что ты это наконец осознал. Я-то думал, такие утырки, они только в репортажах про деревню на заднем фоне возле колодца валяются, и все. Они по квартирам ходят. Ничего себе, не, все, все, все. Завязываешь? Нет, надо что-то покрепче, чтобы они ходить не могли. Вот они... Да ты что, Миша? Давай-ка ртуть неси, наверное, сейчас еще раз попробуем. Да иди ты... Тихо, Джабир! Он выбирал арбуз. Он не бил, он не издевался над ним. Все, Джабир, положи палку. Все, я прошу прощения, я хозяин точки, это мой помощник Джабир. Все, уважает вас. Да, я видел, да. Все, выбирайте арбуз, давайте. Какой на вас смотрит, давайте, подходите. Ну, этот я уже не хочу. Этот не берем, все, конечно. Какой смотрит на вас? Вот этот. Вот это, все. Давай, положи этот арбуз, Джабир, в пакет. Нет, в пакет, Джабир, нет, не в штаны. Не поместится, Джабир, это не картошка. Картошку, кстати, потом вытащи оттуда, да. Давай, в пакет, молодец. Молодец. Да, я вижу. Да, давай, молодец, все. Давай. Куда-то? Нет, отдать надо, Джабир! Отдать! Вот, давай, покупателю надо отдать, все. Вот. А вы теперь денежку давайте. Не, я понимаю. А, извините, да, все. Давайте, да. Все. Ну, мне сдача нужна. А, да, сдача нужна. Давай, дай сдачу ему. Нет, не такую сдачу. Он тебе и не бил вообще, Джабир. Не пакет, нет, сдача нужна, сдача. Ну, сейчас быстро. Забираешь, да? Так ты отдаешь ему это. Так, да? Джабир, сейчас я все... Не, я уже в другом месте где-нибудь куплю, спасибо вам. Удачно продать что-нибудь. Джабир, елки-палки, ну что ты делаешь, а? Ну вообще кошмар какой-то, ну продажи не идут с тобой. Вот чего ты арбузов сегодня продал? В смысле все? Вот же арбузы. Сколько продал, я говорю? А, ноль, ни одного, все, понял. Это плохо, Джабир, это плохо. Ты плачешь или смеешься? Какие чувства у тебя сейчас? Какие чувства? А, отличные, положительные, все. Чем ты занимался сегодня весь день? Секунду, говорит. Эх, нифига себе. Это я, что ли? Ого! Это очень круто, но очень плохо. Мы теперь не продадим этот арбуз. Моих фанатов мало. Так, все. Это, считай, мы выбросили все. Минус 50 рублей с тебя, понимаешь? Давай, я тебе сейчас покажу, как продавать надо, а ты запоминай, все. Для матушки-княгини угодны дыни, а для батюшкиного пуза нужны арбузы. У всякого! Да не бойся, Джабир, это стих.
стих, интонация пошла, да. Да я не буду. Я ее знаю, она хорошая, чистоплотная девчонка. Втроем попробуем, и все нормально будет. Ох ты, ни хрена себе, арбузы. Хочешь арбузы куплю я? Давай парочку арбузов. Чё? Ты гонишь? Вот здесь? Они же на земле лежат. Клубничка, мать, ты чё? Арбузы, они изначально на земле. Они изначально из земли вообще арбузы, ты чё? Или, по-твоему, что там, какой-то есть арбузий роддом, из которых все по азбукам вкусом их развозят? Здорово. Здорово. Чё, откуда, чё за арбузы? Астраханские. Да ну, серьезно, астраханские? Да. Блин, они земляки мои, я же сам астраханский. О-о-о. Серьезно? А чё за арбузы, янатанские, хармалинские, откуда? Краснобарикадские. Гонишь? Да. Серьезно, мои землячки, я же сам краснобарикадский. А я с оранжерейного. Да ну нафиг, да. Серьезно? Да. Офигеть, прикинь. Ё-моё. Да. В Москве, блин, в Москве встретил с оранжерейной, с краснобарикадской. Арбузы мои землячки, мои родные. Классно. А Руслана знаешь с оранжерейного? Какого Руслана? Да пофиг, ладно, чего сейчас все это рушило? Чем? Давай, давай. Чего, а какой сорт? Кай, Огонек? Не. Соренто? Не-не, это гибрид. Опа. Рено Кашкай. Опа. Да ну нафиг, да. Рено Кашкай слепили? Да-да, они внутри там такие, ромбиками. Че, треугольничек отрежу? Да давай, режь треугольничек. Джабир, дай нож. Эх, иди, твою мать! Не пистолет! Не пистолет! Не пистолет! Ты что делаешь? Откуда у тебя пистолет вообще? Да. Дай нож, говорю. Ужас какой-то. Фух. Извините, пожалуйста, сейчас я треугольник отрежу. Что? Нельзя. Это его жена, ты че? Твоя жена у тебя на родине. В Швейцарии, все. За мать, ну ты реально будешь это есть? Но он же грязный. Они тут про санэпидемконтроль ничего не слышали. Клубничка моя, ты что гонишь, что ли? Не пойму. Это же арбуз. Он только снаружи грязный. Это не эконом-такси, чтобы внутри тоже грязно было. Ты что? Если ты не встретила в Москве земляков, то не завидуй, пожалуйста. Ну что там? Все, вот, держи. Ё-моё! А есть этот хлеб, сыр? Чё? Узнаю мастера, конечно, есть! Азамат, ты будешь одновременно есть арбуз, хлеб и сыр? Клубничка моя, ты чё несёшь вообще? Если ты не разбираешься, пожалуйста, не суйся, пожалуйста, ладно? Вот ты давай через две остановки там стой и смотри, и наблюдай со стороны. Хлеб, сыр и арбуз, они созданы друг для друга, они не могут друг без друга вообще существовать. Все, да. Вот. Да. Значит, берем хлеб, сыр, берем арбуз. Ну что, погнали? Давай. Смотри меня. Я разбираюсь. А. Так хорошо, блин. Да. Ё-моё, давно так хорошо не было. Блин, с детства еще, ёлки-палки. Сразу в детство меня вернуло все. У тебя есть соль. Зачем? Я побегу, ты мне в задницу выстрелю из детства. Типа с бахчи украл ты, да? Да. Давай нахрен заворачивай. И я еще земляку Дыня в подарок. Дыня? Да. Да ладно. Давай, торпеда, колхозница, какую? Да ладно, земляку обе дам, давай. Все. Все. Ё-моё, блин, Янка, сейчас мы с тобой еще астраханского сама пойдем купим. Помидоры, лук. Вообще, в детство мое вернемся. Так, сколько? Раз, два, три, 4 тысячи, на. Давай. Держи. Ну, вообще арбузы 50 рублей стоят. Да? Ну ладно уже, да. Ну давай. Че, Ян, давай, пойдем, держи, на. А? Все-все-все, пошли-пошли. Неси в машину, давай. Ты что, аккуратно неси, давай. Не урони. Все, давайте, ребята. Давай. Русику привет там, если да. Что, в оранжерейном. Да, передал. Давай, пока. Видал, как надо? Видал? Оп, радуешься, видишь? Молодец. Здорово, какаша. Ты что, тупой? Я тебе сколько раз говорил, у тебя лицензии нету. Ты не имеешь права торговать. Давай сворачивай свою лавочку и уезжай. Да, ну слушай, ну давайте я 2 арбуза дам. Ну это просто сезонный бизнес. Ну какая лицензия? Знаю я твой сезонный бизнес. На Новый год мне петарды продал, они прям в руке шандарахнули у меня. Хожу он теперь с рукой от манекена. Красиво. Ну, не замерзайку мне продал. Я пока до машины дошел, она замерзла. Ты что делаешь-то вообще? Холодно было тогда. Давай, я сказал.
Пожалуйста, давай как-то договоримся. Как мы с тобой договоримся? Ну просто, я не знаю, ну давай я тебе... Хочешь тебе... Я не хочу ничего от тебя. Нет, мы с тобой никак не договорим. Ого. Ни хрена себе. Это я? Да, говорит. Спасибо большое. Блин, мужики охренеют на работе вообще. Да. Ладно, короче, я тебя, считай, не видел. Но это только потому, что у тебя начальник хороший мужик, понятно? Ну да. Че там с меня? Сколько? Тысяча? Две? Две. Ну тысяча же. Ну давай тысячу. Ну, держи. Тут же ничего нет. Это 5000, давай сдачу. Тысяча, две. Две? Пока. Ладно. Джабир, ты много лиц можешь сделать? Да не на себе, а из арбузов. Все, молодец, бери нож, а я пойду баннер сделаю. Эх, заживет! Даже самые суровые рэперы умеют любить. Ну, как минимум, свой район. Встречайте, группа «Черный саморез». Мой район видел много дерьма, особенно в подъездах после меня. На кирпичах ржавая копейка чалит. Это мы сняли колеса, теперь идем за кирпичами. Мой район цветком, моя альма-матер. Не знаешь, это значит, но мне это и не надо. На районе чем меньше знаешь, тем крепче спишь. На районе вечер на картах, это тоже движ. Ой, мы не любим с чужого района пациков. Когда они на нашем районе, лучше смотаться. Мой район дал мне все, братцы. И даже кольца кальмара по акции. Мой район, моя конечная станция. Пролетарка, тищи, 12. Наше братство не разрушить, как бы ни старались. Мы здесь через Светку все друг другом пососались. Это мой район, это наш район. Мы здесь все грызем, мы здесь все плюем. Это мой район, это наш район. Мы здесь все орем ночью под окном. Это мой район, это наш район. Снова на лосу, мы здесь не при чем. Спасибо, район, Отдушинский район. За то, что согрел нас панельным жильем. За теплотрассу советских времен. За твой мощный бит, когда выбивают ковер. Сорямба, район, не обессудь, район. За то, что кидал в тебя с балкона бычком. За то, что распевал под твоим дурничком. А потом еще отлил на тебя за углом. В тебе, район, я понял эту жизнь. Жизнь — это заброшенная стройка и гаражи. Чё молчишь, район? Хоть чё-нибудь скажи. А если будешь молчать, то подожгу камыши. Это мой район, это наш район. Мы здесь все грызём, мы здесь все плюём. Это мой район, это наш район. Мы здесь все орём ночью под окном. Это мой район, это наш район. Снова на лафон, мы здесь не при чём. Группа «Черный саморез». Однажды в России. Увидимся. Это мой район, это наш район. Снова на вас, он здесь не при чем. Это мой район, это мой район, это мой район. Мой район, sweet home, моя альма-матер.